Два дня в Сарове для редколлегии одного из старейших литературных журналов «НИМВА» оказались плодотворными и были насыщены встречами. Со многими литераторами нашего города Наталья Гранцева и Александр Мелехов уже знакомы благодаря конкурсу «Русский Гофман», в котором саровчане активно принимают участие. Надеюсь, наш такой десант краткосрочный, нынешний, будет плодотворным, и поступят новые рукописи, которые привлекут внимание журнала. Наталья Анатольевна считает, что в 21 веке на литературную сцену выходит новое поколение писателей. Александр Мотылевич подтверждает слова своей коллеги и выявляет другую проблему литературы. Писатель считает, что в современном мире перестали говорить о действительно важных профессиях и специалистах. Самое скверное, что происходит в сегодняшней литературе, что из нее исчез человек труда в самом широком смысле, человек, который что-то делает. Журнал «НИВА» открыт для новых идей молодых авторов. В редакцию поступает огромное количество рукописей творческих людей, которые хотят оставить след в истории. Все они проходят жесткий отбор редколлегии, но отказ публикации должен действовать на писателей как толчок к развитию и самосовершенствованию. Отбор должен осуществлять, конечно, какой-то квалифицированный ареопаг. Мне кажется, толстые журналы – это сегодня самая точная и бескорыстная отборочная инстанция. В любом издательстве молодого автора спросят, сколько денег ты нам принесешь. Мы этот вопрос не задаем. Продолжать традиции классиков, но при этом не потерять свою индивидуальность и оригинальность. Возможно, произведения талантливых авторов, которые сейчас пробиваются на литературный олимп, когда-то войдут в школьную программу. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.